Казалось бы, простейшее сочетание, но как много вкуса, сытости и сил содержит гречневая каша с фаршем. Наши предки явно знали толк в простой, быстрой и сытной еде. Вернемся к истокам. Если после готовки котлет осталось немного фарша, и не хочется ломать себе голову над тем, чем бы таким вкусным побаловать близких, то у нашей семьи есть вариант для вас – гречка. Вкуснейшая крупа, да еще и с ароматной мясной заправочкой. Итак, вашему вниманию предлагается классический рецепт гречки с фаршем. Получается очень примитивное, но сытое и довольно вкусное блюдо. Что-то вроде армейской каши, только в домашних условиях и с более щедрыми пропорциями фарша и гречки. Фарш можете использовать любой – куриный, свиной или говяжий, а также микс. Сомнений нет, гречку может приготовить каждый, но сделать гречку с фаршем так, чтобы понравилось всем без исключения, это нужно постараться, но теперь это вам по силам. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Гречку перебрать и промыть в нескольких водах, слить всю воду, переместить гречку в сотейник, залить чистой водой, поставить на огонь, дать закипеть, посолить по вкусу и довести до готовности на медленном огне. Гречка варится минут 20. 2. Пока гречка варится, очистите морковь и репчатый лук. Лук нарезать небольшими кусочками. 3. Морковь натрите на крупной терке. 4. На растительном масле обжарьте лук, добавьте морковь. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, поместить в блендер и перебить, получим фарш. 6. К обжаренным овощам добавляем куриный фарш, быстро перемешиваем, вливаем томатный сок, тушим все 10 минут, по мере уваривания томата добавляем соль, специи. Если томат слишком кислый, добавьте сахар, томатный сок должен увариться наполовину. 7. В полученный соус добавляем уже готовую гречку и перемешиваем, выключаем. 8. Проверьте блюдо на соль и специи и можно подавать к столу. Подписавшимся, больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Гречневая крупа, 2 стакана. Куриное филе, 400 грамм. Лук, 1 штука. Морковь, 1 штука. Томатный сок, 1,5 стакана. Масло растительное, 30-50 мл. Количество порций, 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Пусть вам сегодня повезет!